Сентябрь. В Сербии месяц сбора урожая винограда и праздников, посвященных вину, а также других мероприятий, связанных с дарами природы, овощами и фруктами, из которых сербские хозяйки и сегодня готовят припасы на зиму. Варенье, джем, соки, соленья, айвар, кислая капуста – все это традиция сербской гастрономии, к которой неравнодушны и иностранцы. Когда речь идет о еде, сербы не преминут спросить собеседника, известно ли ему, что здесь вилкой пользовались и до XVI века, когда этот прибор начали употреблять для еды в европейских странах. Потом разговор переходит на рецепты, на то, что полезно, что забыто. Чтобы сохранить от забвения старинные сербские рецепты, уже несколько лет во многих местах организуются смотры под названием «Золотые руки». Там можно попробовать десятки блюд, которые веками готовят по одному и тому же рецепту. Еще дальше пошли в этом смысле жители поселка Марчаевцы. Милун Тошич, зачинатель Купусияды, рассказывает, что годами думал о том, как организовать это мероприятие. И однажды в 2003 году, перед самым сезоном квашения капусты, позвал нескольких своих друзей, которые сварили из капусты традиционное блюдо и угостили местных жителей и гостей. К удивлению, уже в первый год на Купусиаде собралось около 7-8 тысяч человек. Милуну Тошичу и не снилось, что число посетителей будет увеличиваться из года в год и что Купусиада войдет в календарь мероприятий Сербии. Марчаевцы находятся в Шумадии, где выращивается очень хорошая капуста, а блюда из нее всегда занимали почетное место в каждодневном меню. Из капусты делают салат. Существует много блюд из вареной, свежей или кислой капусты. Рассол кислой капусты рекомендуется как напиток, богатый витамином С, а пожилые люди и сегодня делают компресс из листьев капусты для заболевшей руки или колена. Но самым знаменитым блюдом является свадебная капуста. Это блюдо для настоящих гурманов, так как в его состав входит несколько видов мяса, как свежего, так и копченого. На празднике, посвященном капусте, Купусиаде, от сербского слова «купус», в Марчаевцах готовят 12 блюд из капусты, так что каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Местные жители объясняют это количество иначе. Они говорят, сколько витаминов в капусте, столько и блюд из нее. На этом смотре обязательно записывают, и сколько овощей, и сколько мяса использовано для приготовления блюд. Количество впечатляют, но можно похвалить и аппетиты. В последние годы расходуется около 3 вагонов капусты и вагон с несколькими видами свежего и копченого мяса, а также много приправ, в первую очередь лука, перца и красного перца. Свадебную капусту готовят повара в ресторанах, местные жители во дворе возле дома, а те и другие варят его исключительно в глиняных горшках. Продукты укладывают в строгой последовательности. Между слоями капусты всегда находится мясо. Свадебная капуста должна часами тушиться на тихом огне, иногда целый год, так что в результате получается ни с чем не сравнимое блюдо. Конечно же, важен рецепт, но важнее всего то, что готовит его с любовью. Тогда и вкус такой, что пальчики оближешь. Там, где плотно едят, можно и выпить. На Купусиаду приглашают и коллективы художественной самодеятельности, организуют смотры народных ремесел, в частности, рукоделия. Всем, кто хочет почувствовать дух сербской деревни и познакомиться с ее традициями, приглашаем посетить Купусиаду в Марчаевцах.